Доброе утро всем. У нас оно не совсем доброе, потому что канализация до сих пор забита. Сейчас там папа что-то прочищает, помогает нам. Сегодня уже на работе. Вчера мы так вечером толком ничего и не прочистили. Так, тут у нас непонятно что творится. Вода. Вот здесь сейчас все повытягивали. В общем, короче, экшен. Мы сейчас идем с Гришей разбираться с твердым знаком. Гриш, что у тебя на столе? Вот скажи мне, вот как можно учить уроки вот в таком бардаке, а? Что это у меня тут? Выложила я этих малых шариков прекрасных, сейчас их сфотографирую и поедем их отвозить. Собираюсь уже, все, дети сидят в машине, сумку на танцы надо, пряники. Сюда аж притащила, потому что сумку забыла сразу, сегодня Шантухи на танцы. Так, Гриш, ты будешь холодная? Это и зубки холодные? Да. Мы уже приехали до бабушки, будем обедать. Курник у нас еще. Да, давай, курник. Это уточка. Есть суп. Ты будешь суп? Мама, я буду суп. Что еще? Да. Есть еще вот такое вот. Есть еще пирог. Пирог, будешь пирог? Нет, я буду суп. Все суп будут? Да. Да, сейчас. Так, подожди. Я подожди. Же первый заказала. Так, подожди. Присядь, пожалуйста. Да. Гришенька, пожалуйста, не обляпайся, ладно? Вера, хлеб там будет. Так, я тут стою в Динской. С роднёй вместе с Колей мы приехали. Я сдала документы в электросети. Там нам нужно опломбировать счетчик. Вот родня тут еще полис и все. Колюня делает... Сейчас пошла как раз оформлять, сдавать на полис. Или забирать уже, сдавать. Потому что потом думали, где еще сдавать. Или в поликлинике, или на рынке. Ну вот сейчас на рынке стоим, тут непонятно как с парковкой, поэтому на аварийке. И поедем уже домой. Все нормально, везде как раз попали под нормальную, как это, обед. Потому что в 12 выехали, я Гришку как раз отвезла, и мы выехали, ну где-то в 12-15. И в электросетях с 12 до 12.40 обед. В пенсионном родня как раз тоже успела. В общем, везде все отлично. Так, все, Антоха на танцы сейчас. А Сережа на скрипку. Да, Сережа привезли на скрипку. Антошка, ты ж майку-то эту снимай, синюю, хорошо? Ты сначала одень носки, ты слышишь меня? И обуйся, что ты босиком стоишь? Шорты где? Антош, мне кажется, ты футболку неправильно одел. Надо переодеть. Давай, ты шорты одевай, а потом футболку. Ладно? Вот так, да, теперь перекручиваю, да? Вот, теперь одевай руки правильно. Молодец. Сейчас опять неправильно. Правильно, правильно. Угу. Дневник же там заполненный, чтобы ты знал. Добавила сюда, как всегда, фаберлика. И поехали. Афанасий, что происходит? А кто вам приготовил? Братик. Братик? Какой еще братик? Первый. У нас по номерам. Номер один, номер два, номер три. Нет, он пока золотая. Осужденный такой-то, такой-то. Статья 2009, часть 3, месяц 2, да? От 2 до 9 лет. Весь февраль? Так, детвора. Так, все, дети пошли спать. Сейчас у Афони мода новая. Ходить в туфлях Гришкиных школьных.